«Никто не забыт, ничто не забыто», – гласит надпись на мемориале воинской славы на Гребенской горе. Ежегодно 9 мая щелковцы приходят сюда, чтобы почтить память погибших за свободу и независимость Родины. По традиции, в торжественно-траурном митинге приняли участие представители власти городского округа. Мы начинаем утро 9 мая здесь, на Гребенской горе. Но мы не будем грустить, мы будем вспоминать, благодарить и верить, что ни один солдат Великой Отечественной войны никогда не будет забыт в нашей стране, в истории, в памяти. На гранитных плитах имена захороненных, 173 военнослужащих. Отвага и героизм этих людей не будут забыты. Имена героев почтили минутой молчания. В знак благодарности от потомков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу и героизму победителей над фашизмом, участники торжественно-траурного митинга возложили венки и цветы к мемориалу. Андрей Цеханович, Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.